Видал я, конечно, массу муравейников, но чтобы он был с человеческий рост, это вообще улет полный. Вот. Причем, обратите внимание, они тут лазят везде, они уже даже лазят по мне. Поэтому я не хочу, чтобы меня сожрали. Я отхожу, я в шоке. Так это ладно. Это, представьте, что это Москва, короче, да? А вот тут неподалеку от этого же муравейника есть еще один, ну, скорее всего, Питер. Вот. Тоже таких немаленьких размеров, я вам скажу. Во. Я думаю, что они друг к другу ходят пешком. Прям деревце облепили, второе деревце облепили. И, в общем, так неплохо живут-то. Своя жизнь у них там происходит. Кстати, муравейники большую пользу приносят для леса. О, вот они через дорогу пошли. Прям та-та-та. И походу на рынок там или куда там, на строительный, что-то тащат там все, волокут. Я постарался их обойти, не наступив на них.